Граба Денгардра, третье место в номинации «Караоке номер» Найну Кадара. Второе место альтернативный караоке номер Дарья Intoxicated. Первое место в номинации «Караоке номер» УФО. Победитель номинации «Караоке батл», но вы уже знаете, Химе! Приз зрителей в номинации «Альтернативный караоке номер» семейство «Маргиналь». Итак, третье место в номинации «Альтернативный караоке номер» Химе! Второе место в номинации «Караоке номер» Море! Номинации «Альтернативный караоке номер» Лаза. Рекламная пауза на грамоты. Ну, как бы,
сегодня не идет, а будь Мишей, пожалуйста, подержи все. Да, мы, к сожалению, немножечко нарушили наш распорядок в этом году, я надеюсь, вы нам это простите. Но дело в том, что фестиваль делают не только участники, фестиваль делают не только зрители, которые отдают участникам свои положительные эмоции, и участники получают от них фидбэк. Фестиваль делает очень большое количество людей. И мы традиционно хотим поблагодарить этих людей за их работу на фестивале, потому что все, что вы видите, происходит благодаря им, и очень много этой работы скрыто. Она происходит вообще не сегодня, она происходит за много дней до. И это огромный труд, который происходит и сегодня тоже. И после, кстати, да. Вот, поэтому в первую очередь мы хотим поблагодарить наших дорогих волонтеров. Видимо, в том порядке, в котором лежит. Мы хотели бы поблагодарить Машу Курлевскую за то, что айдентику фестиваля этого года она разработала для своего дипломного проекта. А вот мне интересно, а Ангелина Александровна в зале, руководитель научный? Ангелина Александровна? Ангелина Александровна нет, ну ладно. Когда два научника на фестивале, да? Сразу. Еще мы бы хотели поблагодарить участника, который подавался на конкурс фан-арта Нины, которого в этом году не было, но нам очень приятно, что это вообще, во-первых, это прекрасная работа, как бы человек из области художественных всяких искусств, могу это подтвердить. В общем, за отражение гонконгского колорита в образе маскота 10-го фестиваля азиатской поп-культуры мы бы хотели поблагодарить автора фан-арта Нины, я боюсь, я неправильно могу прочитать, ЕПГД-26. Он здесь? Да! Спасибо вам большое! Нет, нет, это был просто... Это была просто рекрывочка зрителя. Благодарность традиционная бренду L'Esprit de la Noblesse за их прекрасную коллекцию, которая обогащает весь наш неконкурсный блог. Коля, Лиза, вы здесь? Нет? Ну как так-то? Благодарность большая касбенду Щачла Тим за их сценку и за китайскую тему. Я надеюсь, они еще здесь. Благодарность Уфа и Impossible Girl за их прекрасный вокальный номер во внеконкурсном блоге. Большая благодарность за вокальный номер Дарьи Intoxicated. Мне кажется, она где-то сзади должна быть. Нет, нет, нет. Благодарность касбенду театру драматичных баб. Ой, лидер Зан, держи. Спасибо вам за то, что вы делаете сценические постановки, потому что, правда, это направление умирает, а оно безумно крутое и очень трудоемкое. Спасибо вам. Очень? Да. Ярослав готов к сценическим постановкам определенно. Нет. Следующая благодарность команде Fry Fight. Следующую благодарность мы хотим объявить нашим официальным фотографам и видеооператорам, которые фиксируют все классное происходящее здесь движение. Олегу Красильникову, который фиксирует фотоугол,
Диме Новоселову, который фиксирует сцену, бэкстейдж и все что угодно, и Андрею Деюкио, который прямо сейчас сидит на балконе и снимает нам классное видео. Андрей, спасибо! Конечно, две прекрасных благодарности. На самом деле это тоже такие, знаете, спецпризы за верность фестивалю людям, которые однажды согласились, уже даже не повезло, я считаю, что повезло, однажды согласились на мое предложение приехать в Ярославль провести фестиваль и попали. И остались здесь на 10 лет, на самом деле на 12. Тоша и Романов, лучшие ведущие страны. Верните паспорта! Еще мы очень хотели поблагодарить за их тяжелый труд наше жюри Гешу, Лискин, Меховую, Аду и Фейрис. Спасибо вам! Также мы благодарим наших дорогих координаторов, которые управляют всем. Это Стеймун, координатор входа, Кувара, КМР-координатор, волонтеров. Выходите, если вы можете выйти со своих постов, выходите сюда. Ами, координатор входа. Аня Мурукова, Озби, координатор входа. Это вижу Кувара. Собор, координатор жюри. Каору, координатор сцены, Аня. Благодаря этим людям, на самом деле, фестиваль работает. Каору и Кё. Спасибо вам большое. Это люди, которые едут из Москвы и Питера координировать наш фестиваль. Просто герои. Ну и, конечно, мы бы очень хотели поблагодарить людей, ответственных за свет. Славу и Колю, спасибо вам большое. И Кирилла за прекрасный звук. Мы вас очень любим, спасибо вам. Мы уходим и продолжаем награждение. Ну что? Еще один еще политики. Ну что, продолжим? Вы даже не думайте показывать мне, что вы устали. Вы посмотрелись. Приз зрителей в номинации Japanese Street Fashion Defile. Шляпник! Ну давай, ладно. Чем ты хочешь там усырить? И заберешь с собой. Это идеальный мусор, да. Идеальный. Третье место в номинации Japanese Street Fashion Defile. Аоки. Место в номинации Japanese Street Fashion Defile. Шляпник! В Венаме. Барабанная дробь. Первое место в номинации Japanese Street Fashion Defile. Про солнце. Корделия Клименте, Just Multi! Какой молодец! Иди!